Следствие не рассматривает версию поджога в торговом центре «Адмирал» в Казани. Об этом сообщил сегодня представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ранее следователи допускали, что здание могли поджечь. Как сказал Маркин, арендаторы торговых точек «Адмирала» отказались устанавливать систему пожаротушения за 60 миллионов рублей. При этом прибыль торгового центра в месяц была 35 миллионов. Его хозяин живет во Франции, и он, как сказал Маркин в эфире Первого канала, прекрасно знал, что в здании не соблюдаются меры пожарной безопасности. В нарушении всех норм сам торговый центр был без введения в эксплуатацию введен. Так там еще было построено кафе в нарушении, вообще самострой, еще один самострой. Так вот, я вам скажу, очаг возгорания был из этого кафе, где велись ремонтные работы с открытым огнем и с применением газовых баллонов. У нас уже есть основания предполагать, откуда шел очаг. Сегодня же стало известно о том, что суд в Казани выдал санкцию на арест трех рабочих, которые ремонтировали крышу, используя газовую горелку. 11 марта в «Адмирале» во время пожара погибли 17 человек. Еще четверо скончались в больнице.